Всем привет, ребят! В этом ролике вы увидите геймплей с пистолет-пулеметом Оуэн, который в сборке на ближнюю дистанцию имеет самый низкий ТТК в голову среди всех пистолет-пулеметов в Warzone Pacific. Также он обладает хорошей точностью, простой отдачей и неплохим уроном на среднюю дистанцию, что позволяет использовать его как второстепенное оружие к снайперской винтовке. Пожалуй, единственным недостатком этого оружия является огромный барабанный магазин, который перекрывает половину обзора. Но, к счастью, это можно исправить, поставив специальный прицел. В конце этого ролика я покажу две сборки. Ну а сейчас, как всегда, геймплей. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, залетайте на наш Discord-сервер и группу ВК, где вы найдете актуальные сборки на оружие, свежие игровые новости и напарников для игры. А все лучшие моменты по Warzone вы можете увидеть в моем плейлисте Warzone Shorts и на моем TikTok-канале. Все ссылки в описании. Желаю вам приятного просмотра. Бери контракт и авиатолет. Вот она, ППШ-шка. На тебе, ган. Все, поехали. О, нормально. Вообще в открытую кинули, блядь. А где мой ган? А, все нормально. Все, давай, лутаться. Найс, еще лутаемся. За тобой двое! Хорош. Нихуя. В последний момент прям развернулся. О, пошли назад, пошли назад. Заслепил. Они, наверное, в другой части. Да, они в другой части здания. Сигу кинули. Все, я убил. Где второй? Нихуя, реально он сбивает просто, блядь, в щепки. Я прикрою, давай. На, БПЛА возьми. Так, все, мы видим типов. Сейчас синюю закрываем. Короче говоря. Блядь, со спины уже, все пизда нахуй. Бля, сорян, я не успел среагировать. Я их убил. Можешь забирать. Надо, короче, подниматься наверх. Я под обстрелом. Откуда? Да ебаный в рот. Не, ну, пойму. Откуда-то оттуда со спины, с домов откуда-то. Понял. Я убил одного. Где часики? В том доме сидит где-то. Посмотри внимательно. Убил его нахуй. 41 метр. На тюряге сидят. 28. Чего, блядь, он фликнул, сука? Это балабол ебаный. Опа, на тюрьме трое. Блядь, я дальше пройду, наверное. Да. Уже внизу. Сейчас поднялся наверх. Пойдем поднимемся. Я на ноге иду. 28. Чекаю, двери чекаю. Один над нами. Помоги! Нокнул. Убиваем его. Найс. 47, спереди. На 90, внизу. Под нами уже. Без брони в домике сидит. Со спины крыши. Папе.
Вас! Найс! Хорош, мы синхронно въебали их. Отметил, отметил себе, метку дал. На лестнице прям на этой. Правее. Вот здесь. Хорош. И последний внизу. В подвале, походу. За стеной, за стеной. Хорош. Не, ППШ прям бреет. Основная задача уничтожить всех противников в атаку. Противник рядом. Они на третьем. Где он? Да ну нахуй, его не было. А, он лежал, сука. Пошли на магазин. Так, надо двигаться уже куда-то. Вижу. И там сам хвоев. У нас есть выбор. Ёбнул, ну. Без брони один. Зайти фор. Зайти фор. Попал. В тюрьме один еще есть. Еще. Его. И на крыше еще. Я. Хорош. Макнул одного. Пойдем влево, наверное, на палатке. Мне патрики надо на ПП. Скинул. У тебя кто-то в доме? Или что это? Где? Блять, это что за хуйня, слышь? А я вижу, вижу. Я вижу, он с ВХ играет. Найс. Хорош. Неплохо ты сыграл. Первая сборка на ближнюю дистанцию. Выглядит она следующим образом. Первым модулем ставим дульный ускоритель для повышения темпа стрельбы. Из стволов выбираем третий, так как он заметно повышает урон в голову, эффективную дистанцию и снижает горизонтальную отдачу. Среди поствольных рукоятей выбираем компакт. Она на 10% повысит скорость перемещения в прицеливании, что компенсирует уменьшение такого же параметра на третьем стволе. Оуэн имеет не лучшую мобильность, но довольно простую отдачу, поэтому рукоять на контроль можно не использовать. Из магазинов лучшими вариантами для стрельбы на ближнюю дистанцию являются первые два. Они хорошо повышают темп стрельбы и снижают вертикальную отдачу. Однако второй магазин вмещает 72 патрона, поэтому выбираем его. Боеприпасы ставим дозвуковые, для скрытия огня на мини-карте. Зажигательные теперь использовать я не рекомендую, так как им на 10% снизили общий урон и на 3 единицы базовый урон от ожогов. Заднюю рукоять я рекомендую ставить на максимальную мобильность, и лучшим вариантом здесь будет тканевая. Тыльную часть мы ставим без приклада, потому что она также имеет лучшую мобильность. В
качестве прицела я рекомендую использовать доработанный гибрид, так как он единственный улучшает обзор за счет высокого расположения открытого коллиматора. Первым перком выбираем акробат, он хорошо бустит мобильность. Вторым перком ставим скорость для повышения скорости бега. В своем предыдущем ролике про ППШ я говорил, что разницы с этим перком я не заметил. Однако в случае с Оуэном разница оказалась ощутимой, поэтому рекомендую ставить его. Вот как выглядит итоговая сборка. А вот ее показатели ТТК. Вторая сборка для стрельбы на среднюю дистанцию. Выглядит она так. Мы ставим глушитель M1929, аналог глушителя MX, который с выходом второго сезона на 10% повышает начальную скорость пули. Ствол, так же как и в первой сборке, выбираем третий. Его тоже бафнули, и теперь он на 30% также повышает начальную скорость пули. Далее ставим рукоять карвер на контроль отдачи. Магазин для этой сборки больше подойдет четвертый на 60 патронов, так как он повышает эффективную дистанцию и скорость пули. Боеприпасы ставим удлиненные. Хотя их и понерфили на 20%, они все еще остаются актуальными на фоне остальных. Заднюю рукоять выбираем полимерную. В тыльной части с контролем отдачи больше всего помогает второй приклад, поэтому ставим его. Прицел, как и в первой сборке, ставим доработанный. Первым перком выбираем акробат, вторым перком – скорость. Итоговая сборка выглядит так. А вот ее показатели ТТК. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не пропустите новые видео.